Ничья, поражение и две победы подряд. С присущим творческим людям непостоянством команда журналисты «Алтая» проходит очередной сезон чемпионата края под эгидой Краевой ассоциации мини-футбола. И в этот раз журналисты открыли счет и отдали преимущество соперникам. Мы выиграли. Сейчас открыть таблицу, посмотреть, то если бы только игра состоялась от первого тайма, то мы бы, наверное, были чемпионами. На 5 пропущенных мяча журналисты ответили лишь одним. Итог 4-7 не в нашу пользу. Но даже соперники признались, бой был достойный. Несмотря на серию поражений, уровень игры оценили и болельщики. Болельщик простит все, плохой игры не простит, а плохих игр не было. Пусть это и поражения, но это были боевые поражения, так скажем. Команда до последней секунды борется, и даже сегодня, на последней минуте, да, наверное, гол был последний. Ну, приблизительно, да, то есть до конца, до последней секунды. Футбол – дело тонкое. Зимой журналисты боролись за медали, сейчас ищут свою игру и намерены остаться в третьей лиге чемпионата. Следующий матч пройдет 13 июля против «Востока-2». Юлия Щепина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.